2022 указом президента объявлен годом культурного наследия народов России. В Главном музее округа начинают тематический год с открытия крупной выставки. Более сотни экспонатов рассказывают о традициях коренных народов Чукотки. Традиционными чукотскими танцами и напевами артисты ансамбля «Эргерон» дают старт официальному открытию большой выставки в Главном музее Чукотки. В эти дни здесь представлена этнографическая экспозиция под названием «Традиции прошлого и настоящего для будущего. Одежда коренных народов Чукотки». В этот раз мы можем посмотреть всю ту одежду, которую мы пытаемся вот возродить. Опыт пошива обуви у меня уже есть, но там не хватает каких-то деталей. Той старины, которую использовали наши бабушки. На выставке собраны более 100 экспонатов из фондов музея. Часть из них зрители увидят впервые. В витринах расположены небольшие элементы одежды. Обувь, головные уборы и перчатки. Некоторые созданы десятки лет назад с использованием традиционных техник народов Чукотки. Мастерицы расшивали вещи бисером и украшали орнаментом. Каждый из них несет особый смысл. Например, орнаменты эвенов назывались паучками – и защищали своего хозяина. И, конечно, все вещи шились из традиционных материалов – кожи и меха. Уже в 70-е и 80-е годы прошлого века шили из этого материала нашего природного, шили головные уборы, делали какие-то аксессуары, например, будет у нас там для часов, да, ремешок. То есть какие-то вещи, где использовался этот орнамент, где использовался этот материал. А мы сегодня говорим еще дальше, потому что мы представляем Чукотку, интерес к Чукотке очень большой. Гости выставки могут увидеть и верхнюю одежду – чукчей, эскимосов и эвенов. Вся экспозиция поделена на зоны, а информационные стенды помогают узнать подробности о каждом экспонате и о том, какими были вещи в прошлом и какие они сейчас. Была придумана такая технология, где закрытые руки, закрытые ноги, и в то же время сегодня в тундре, да, это все используешь, это все носится. Каждый экспонат на этой выставке – настоящее произведение искусства. Посмотреть на них приезжают даже из других стран. Открытие выставки посетил иностранный гость, ученый и исследователь, занимающийся изучением культур народов Севера. Мы исследуем политики и экономику, и культуру, и социальное явление в Арктике. Я думаю, что культуры чукчи, эвени и эскимосы, они имеют уникальные культуры. Традиции предков сохраняются в семьях коренных жителей Чукотки. Сейчас мастера и мастерицы в основном занимаются вышивкой, шитьем ковриков, танцевальных перчаток, малахаев и камлеек. Родилась еще в Наукане, в знаменитом нашем науканском селе, да. И поэтому мне очень дороги вот эти вот экспонаты, которые шились руками наших бабушек, моей мамы. Вот. И очень хотелось бы, конечно, все это продолжать, пока есть такие мастера. 2022 год указом президента объявлен годом культурного наследия народов России. В музейном центре наследия Чукотки разработан целый цикл мероприятий в рамках этого события. И эта экспозиция стала открытием тематического года. Владимир Никитченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.